Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, дня 2-3 где-то я писала видео по майнеру Grizzly Bit. Кто не знает, он дает нам при регистрации бонус 200 USDT плюс 5 USDT за партнера, то есть за реферала. Значит, здесь есть баунти-программа. Вот. Значит, YouTube-видео. Если мы переведем, здесь как бы такого как бы и нет. Чтобы, знаете, как обычно в баунти. Там, например, на YouTube столько-то подписчиков было. Ну и всякое такое. Здесь просто опубликовать и отправить. Далее Facebook. Поделитесь своим положительным опытом работы с платформой. Оцените нас положительно. Ну, что-то у меня зависло. Далее Twitter. Также TikTok. И Telegram. Вот. Ну и я решила принять участие, войду, пока говорю, в кабинет, в баунти-программе. Я же записала, когда там дня 2 или 3 назад, не помню. Потом отправлю я видео. Не сразу отправила, когда записала, а на следующий день. Вот, думала, решила я отправить. Вот на бонусные монеты на $200 у меня 98 центов. Значит, я отправила вчера. Ну, ребятки, ну это халява. Ну какие могут быть там, да, деньги с халявные, ну вот с халявного проекта, да? Ну я же это все прекрасно понимаю. Ну, думаю, ну чем черт не шутит? Ну, это ж надо тоже понимать, да, халява. Есть она и в Африке, халява. Вот. Я сегодня утром зашла в кабинет. И каково мое удивление? У меня на балансе $10. Значит. Вот. И начислили они мне. Я пошла вот внизу. Если мы вниз опустимся. Вот наши бонусные как бы монеты. Вот сюда. Отсюда мы будем их выводить. Так? А мне начислили вот на этот баланс. Не бонус. Они начислили бонусом как бы. Но не сюда, а вот на этот. Ну ладно. Я, конечно, была немного шокирована. Я не ожидала, но я думала, начислю там 50 центов по минималочке, да? Вот. Чего ж тут? Но $10 я не ожидала. Ну, ладно. Я, значит, пошла, прописала кошелек. Я же прописывала на бонусные, чтобы выводить $5. Я показывала в прошлом видео. Посмотрите. Я прописала вот сюда. Тоже кошелек. Как прописывать, я показывала. Так. Мой валет вот здесь прописывала я. Вот. И решила я их вывести. Вот вывод. Видите, $10. Вот он. Мой. Майнер платит. Значит, есть вероятность того, что нам заплатят и бонусные $5. Когда мы, ну, наберется $5. И по инвестиционным планам, соответственно, майнер платит. Сейчас покажу. Так, мой нет, не сюда. Я нажала.
Не сюда я нажала. Вот транзакции. Это вот это бонусные монеты. И здесь идут как бы с бонуса начисления ежедневно. Значит, транзакции. И вот они. Сейчас пока. Вот. Бонус. 10 USDT. Комплект. Бонус Баунти. Видим, да? Вот они мне начислили. Я пошла, я их вывела. И он платит, друзья. Все шикарно. И платит не то, что я там собралась уже ждать. Вывод инстант. То есть мгновенно. Вот они мои монетки. Вот их кошелек. Это нижний мой кошелек. ID транзакция. И 9.12. Я вот их вывела благополучно. Так что можете принимать участие в баунти программе. Особенно кто пишет видео. Запишите все, кратенько расскажите о проекте. О майнере. Как бы по вкладочкам. И потом можете отправить. И как бы рассматривается эта баунти программа от 24 часов до 48. Ну, до 2 дней. Вот. Так что заходите, приглашайте партнеров. За каждого партнера начисляют $5 на бонусный счет. Вот на этот счет бонусный. И когда будем наберем, будем выводить. Так что есть вероятность, то, что нам заплатят вот эти бонусные монеты. Но мне мой пригласитель сказал, что вывод без вложений. Ну, я, конечно, как бы так скептически отнеслась к этому. Так как понимаю то, что это халява и навряд ли. Хотя, знаете, так надеяться на авось. Вот, в принципе, и все. Заходите, приглашайте, принимайте участие в баунти-программе. Вот. Ну и зарабатывайте, выводите. А почему бы и нет? Это очень редко, когда платят. Очень редко. Я никогда не надеюсь. Ну, так это, знаете, надежда умирает последней. Вот. Так что все шикарно. Все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.